У меня двое детей, которые растут в этом городе. Мне очень важно, в какой среде они находятся и что будет вообще с нашим городом. Это одно из важных вопросов, которые меня интересуют. Так сложилось, что я занимаюсь слабыми, людям, которым нужна помощь. И я прекрасно понимаю, что если не я им помогу, то кто?